День молодежи 28 июня во Владивостоке на спортивной набережной стартовал второй в истории контест у моря. Праздник спорта объединил лучших райдеров со всего Дальнего Востока в четырех дисциплинах: МТБ, BMX, скейт и агрессив инлайн скейтинг. Сегодня у нас второй контест у моря в городе Владивостоке. Это отличное мероприятие, как показало первое. Сегодня еще больше гостей приехало из различных городов России. Это город Чита, город Комсомольск. Это более, наверное, 20 гостей приехало в город. Это очень радует. А также мы привезли еще одного спортсмена, очень крутого. Вот. Я очень рад. Это Женя из города Читы, тоже довольно райдер МТБ, довольно такой уже известный. И у него неплохие такие довольно заслуги уже. Вот. А еще всего, конечно, сегодня самое это главное, это день ЭМ. Это общий большой праздник, День молодежи. Очень много площадок в городе сегодня задействовано. Я думаю, что будет очень интересно. Алексей Алешин из Комсомольска на Амуре выступает в категории BMX Pro. Интересно будет, много приезжих. Приехали из моего родного города, приехали ребята из Читы, Уссурийска. Будет интересно, я уверен. Ты что-то новое готовил специально для этого выступления? Выучил пару новых трюков. Покажу, увидите все в дальнейшем. У вас много площадок для тренировок? Потому что в Владивостоке небольшая проблема все-таки с этим у ребят. Тут небольшая проблема, тут проблем вообще, по-моему, нет на самом деле. В Комсомольске огромная проблема с этим, очень огромная. Парк есть, но он в никакущем состоянии. В этот раз мы решили поговорить с очень именитым спортсменом. Это Олег Фаст из Читы. Он выступает в категории МТБ. Город хороший. Мы второй раз здесь. Организация тоже. Музыка отлично, весело. Вот. Позитивный настрой. И думаю, что-нибудь занять. Слушай, расскажи, как ты вообще настраиваешься на выступление? Уединение, спокойствие. Представить, что ты вода. Вот, быть водой. Все. Тест у моря – это целый ряд мероприятий, по результатам которых в конце года будет объявлен лучший райдер региона.